Врачи Североказахстанской области провели уникальную операцию и спасли жизнь трехлетней девочки. Она получила серьезные травмы брюшной полости. Старший брат малышки взял газонокосилку, чтобы поиграть. Завел ее и начал косить траву. В итоге он не заметил стоявшую рядом сестру и нанес ей увечья. Как рассказал директор детской многопрофильной больницы, девочку удалось спасти благодаря профессионализму медработников, которые оказали первую помощь в селе, а потом и в областном центре. Сейчас малышка в тяжелом состоянии. Санавиация ее доставят в Национальный научный центр материнства и детства. Повреждение начинается от правого подреберья, заканчивается левой поясничной области. И все внутренние органы брюшной полости, это кишечник, печень и желудок, были повреждены. Желудок был вообще пополам разделенный. Печень, кусок правой доли был отдельно лежал в животе. Операция длилась почти 6 часов. Удалось собрать, так можно сказать, желудок. Это крайне редко, это практически в основном бывает невозможно. Все восстановили, все кишки. Я очень прошу, мамочки, папочки, смотрите за своими детками. Я выражаю очень большую благодарность врачам, которые помогли моей доченьке восстановиться более-менее. У них золотые руки, золотые. Случайность вот такая вот, что в такую большую трагедию привело. Сейчас сыночку тоже очень тяжело, он очень переживает.